Вот такое сегодня блюдо, рулет с фаршем, мы сегодня будем готовить. Кто желает посмотреть мой рецепт, я приглашаю себе на кухню. Добрый день всем, спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня я буду готовить яичный рулет с фаршем. Что для этого нужно? 100 грамм сыра, 1 столовая ложка манки, 3 яйца. Возьмем сметану половину и майонеза. 50 на 50, это будет у нас 100 грамм. Для начинки мы возьмем 400 грамм фарша. Это 200 грамм свиного и 200 грамм куриного. 2 луковицы, соль и перец у нас пойдет по вкусу. Давайте приготовим. Взбиваем 3 яйца. Тихонько. Берем вот такой пергамент для выпечки силиконизированный, здесь 5 метров. Вот, расстилаем на весь противень и выливаем нашу жидкость, чтобы оно плавненько растекло. Так вот равномерно распределить, чтобы оно выпекалось хорошо. Вот так вот. Распределили и ставим в духовку на 180 градусов. Минут 20-25 должно хватить. Подготавливаем мы сейчас фарш для нашего рулета. Рулет наш готов. Как вот видите, выпекся. Мы его вытаскиваем. Вот такой у нас красивый получился. И даем ему остыть. Так как у меня внуки еще маленькие, поэтому я вот такую вот полосочку отделила. Я буду делать внукам здесь без всяких специй. А это уже для взрослых. Берем этот рулетик. У нас он поджарился. Берем наш рулетик, выкладываем на пергаментную бумагу. И накладываем фарш. Вот так вот. Такой колбаской у нас будет. И заворачиваем в фольгу. И начинаем делать детские. Этих два рулета мы ставим буквально на 25-30 минут в духовку при 180 градусах. Так, что у нас получилось, сейчас мы посмотрим. Начнем, откроем детский рулетик. Такой вот рулетик у нас получилось. Нежный очень. Вот такой. Красивый. Вот смотрите, какой у нас красивый получился рулет с фаршем. Мягенький, вкусный, ароматный.